Первый промышленный технопарк появится в следующем году в Донском регионе. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Технологический объект будет специализироваться на медицинском оборудовании, автоматизации производственных процессов и на ряде других сфер. По словам экспертов, это позволит быстро выводить на рынок продукцию гражданского назначения. Есть поручение президента нашей страны для оборонного комплекса была поставлена задача нарастить долю продукции гражданского и двойного назначения. 2025 год это 30%. Мы определяем в проекте с постановлением по данному вопросу, что к концу следующего года мы должны иметь в области порядка 15%. Обсудили вопросы газификации и теплоснабжения населения области. Министр ЖКХ региона отметил, что с 11 октября по 12 ноября проводились проверки готовности к осенне-зимнему периоду в 49 муниципальных образованиях Ростовской области. На сегодняшний день проблемы с получением тепла у жителей решаются оперативно. Затронули и тему экологии. Обратите внимание, разработка планов, разработка программ, разработка обучающих семинаров и так далее, и так далее. А накопленный ущерб на территории нескольких муниципальных образований так и не реализована программа. Разговоры остаются разговорами. Я не беру за все, я его конкретно беру. Свалки, которые отработаны. Новочеркасске, Таганроге, Донецке, Ростове или рядом с Ростовом. Вот это то, что люди видят. Глава региона потребовал перейти от подготовительных работ к конкретным действиям и дополнил перечень поручений задачами по обозначенным направлениям деятельности.